Кто-нибудь! Можно тебя на минуту? Пожалуйста. Пожалуйста, остановись хоть на минуту. Спасибо. Знаешь, ты, наверное, можешь пригодиться в этой истории. Bye.
Я хочу путешествовать налегке. Я это не унесу. Спокойно. Yeah.
Нет! Нет! Пожалуйста, помогите! Снова увидеть восход солнца! Сейчас посмотрим, что нам даст... Найдется для меня парень. Тогда мне придется что-то оставить. Поместье семьи Романовых. Thank you.
машины вдруг на них напасть. Ключ. Интересно, от чего он? Спасибо. Я уже не верила, что кто-то придет на помощь. Кажется, я хочу проститься с отцом. В ушах этот грохот и крики. В ушах этот грохот и крики.
Это устройство испускает сигнал. Возможно, именно он и привлек машину. Я отключила сигнал, но кто-то намеренно заманил сюда машины, чтобы убить всех в поместье. Я нашла приманку. Кто-то нарочно вам ее подложил, чтобы заманить сюда машины. Это рана. Какой подлец. Чего нельзя, сестра?
Вот и все. Я ушла. Нет места. Хорошо, что есть добрые люди, как ты. А не только такие подонки, как мой брат. Мой отец всегда славился своей щедростью. И я продолжу эту традицию. Возьми. Пригодится в твоих странствиях.
Полезная травка. Thank you.
Если нет, но никаких новостей, которые могли бы быть интересны, теперь не надо. Я бы нигде больше не смог жить. Если я увижу машины или разбойники... Меня предупредили о тебе. Мы берем ценные вещи. Ну и что прикажешь мне делать? Уйти? А давай ты нам поможешь. Вез в закатную... Знал, что ты Насана жит, но остаток... Что слышно о Насане? Я не воровал. Правда. В детстве я мечтал о другом, но поддерживать безопасность в городе тоже хорошо. Это не просто. Это как раз то, что тебе нужно. Покупай эти товары, пока есть возможность. Брат короля солнца наконец-то вернулся домой. А все Нора такие же сильные, как ты. Хотел бы я побывать на ложке. Когда я был мальчиком, я однажды видел Нору. Теперь я помню только то, что мы не тяжелы. Да, да, да. И воплощение. Хочешь купить что-нибудь? Там за тобой нечего. Для меня все.
Хочешь что-нибудь купить? У меня лучшие товары. Все эти украшения. Хороший товар. Представляет, как закатная крепость пытается меня просто. Нечего меня расспрашивать, пусть даже потерял. Я справлюсь. Вижу, ты вернулась. Ты готова? Банок будет. Если найдешь артефакт, я щедро заплачу тебе за реликвии Банок. Покупай товары в дорогу, но потом будет негде. Я очень рад. Извини. Ну, привет.
Сколько рад тебя видеть. Посмотри на эти товары. Из-за нее моя дочь теперь хочет одеваться. Чем не попадались реликвии, Бану? Подходи, смотри товары. У тебя есть шанс купить хороший товар. Крайне солнце. Мы спас, мы проливаем кровь. Да, скорее. Отправляйся на охоту. И непременно пошарь в руинах. Что видел? Иди, поговори. Здравствуй, здравствуй.
Да, я... Пусть, Странс, тебе встречались на пути древние руины. До встречи. Есть минутка поговорить со мной, Лусу? Видел Нор. Теперь я помню только то, что у нее был очень тяжелый лук. Пословица гласит, что солнце с тобой торговать не нужно. Тебе нужно. Я не могу дать ответы на все вопросы, но у нас есть устав. Загляни, узнаешь больше о доме. Ты внезапно подобрел. Я видел, ты говорила с Таланой. Она сильная. Тебе будет нелегко за ней угнаться, даже верхом на машине. Если хочешь узнать больше, почитай наш устав. Я не могу дать ответы на все вопросы, но у нас есть устав. Загляни, узнаешь больше о доме. Ты внезапно подобрел. Я видел, ты говорила с Таланой. Она сильная. Я выдала тебе все награды. Удачной охоты. Иди отдай трофеи Асису. Из тебя вышел бы хороший кузнец. Я же сказал. Я представляю ястребу солнца свои трофеи. Три пилозуба, два лиходея, а также один ловчий. Сдается мне, Талана тебе помогла. Я сразила их всех сама. Хорошо. Трофеи есть? Нет? Тогда я не хочу тебя тут видеть. Трофеи есть? Нет? Тогда я не хочу тебя тут видеть. Когда я отдавала трофей? В общем-то он... Да? Поговорим снаружи. Хочешь помочь? Ей нужна помощь. Говори, Ильсади. Я из деревни Одинокий Огонь. На северо-востоке. Нас осаждают коршуны. Бросают заплатить. Иногда мы... Щедрая душа. Раньше мы... А угли брю. Берешь силей. Ладно.
Провожу Эльсади до одинокого огня. Придешь? Это к северо-востоку. Нигде не найдешь товаров лучше. Нам с тобой не оборудовать с чужаками. Лучше товаров нигде не найти.
подойдет.
пути всем нужным. Как мы оказались подлыми предателями. Охранять меня о помощи не просить. Солнце. Я пойду. Какая-то девочка Азирам вчера пришла наниматься в городскую страну. Будь осторожнее с торговцами Азирам. Они все до единого. Я послал гонца в Жилу. Нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для ее похорон, ты только скажи. Это все еще успеется. Элой. Рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду и снова ее потерять так жестоко. Слова теперь ни к чему. Эрза велела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию Огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд Кузнец. Вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Азирам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Рен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать под... Но только дело в том, что я теперь не... Ты была там. Теперь не она мучается, а вы. Вы не успели с ней попрощаться. Это так очевидно? Разыщи Дервала и доставь все... Хорошо. Потом. Обещаю. Нельзя больше медлить. Эрен ждет тебя у склада. Представлял себе все это по-другому, но поддерживать безопасность в городе тоже хорошая работа. Ну, здравствуй. Я вот что хотел узнать. В Дом Солнца приходит столько людей, не желающих работать. Если бы ты знал меня получше, то не стал. У меня сейчас много дел. Солнце освещает путь. Как говорится, солнце согревает тех, кто занят только своим. Вчера вечером мы расставляли на этом учебном поле. Даже не спрашивали.
поживчее. Извини, но никаких новостей, которые могли бы быть тебе. Эренду нужна твоя помощь. Давай поговорим. Это будет яркая беседа. Опять ты? Я помню всех, от кого у меня убытки. Вот склад. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз! Это бомба? Какая-то маленькая. Хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Огнежар. Видимо, наверху емкость с ним. Да, это бомба. Сделана искусно. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Если попытаться ее разобрать, она взорвется. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее. Похоже, деревянная скоба не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубые силы это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авады смотреть.
Ну нет. Дорвалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно, не бойся. Во дворце его сразу прикончат. И на них огнежа. Ничего не осталось от склада. Не хотите ли поучаствовать в одном из мадрахов? Все равно, что пытаться продать маис этим утару. Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня освобождения. Уделишь мне минуту внимания? В свете полуденного солнца тени исчезают. Смотрите, там дым поднимается. Извини, но на нас напали. Надо. У вас все время охотники и воины? Или только что? След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Дервал все-таки пробрался во дворец. Дервал.
Жаль, не увижу Короля Солнца на коленях. Хватит жаловаться, Полдень. Кто-то должен охранять тыл. Полезная штука. Тыл охранял. Я беру дорогу. Смотри на себя, жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. Ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая там струйка дыма! Что это? А, та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно ограблю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Даже не знаю, что это было. Начинаешь меня бесить. Давай побыстрее. Мне еще надо убить бога солнца. Укрывайся где-нибудь. Это еще не все. Все, Нора. Любой мастер Азирам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Сейчас будет шум.
Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Зачем возиться самому, если можно позвать машину?
Скоро рассветет. Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь, убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит король солнца. Мне нужно немного побыть одному. Эрент хотел с тобой поговорить. Нужно остерегаться торговцев озерам. Они все до единого живут.